Всем привет! Готовить я сегодня буду один из любимых моих салатов. Это салат с блинчиками и ветчиной. Салат состоит из трех продуктов. Это маринованный лук, блинчики, которые мы приготовим, и ветчина. Заправляться салат будет майонезом. Итак, сперва мы берем луковицу. Сейчас мы ее нарежем полукольцами и поставим мариноваться, пока будем готовить блинчики. Добавляем мы немножко сахара. Соли. И уксуса. Перемешиваем. И оставляем его мариноваться. А пока будем готовить блинчики. Так, для блинчиков нам понадобится 4 куриных яйца. Немножко присаливаем и слегка взбиваем в однородную массу. Добавляем 2 столовые ложки молока. Снова перемешиваем. И добавляем мы немножечко муки. Чтобы получилось у нас жидкое тесто. Вот такое жидкое тесто у нас должно получиться. Обжаривать мы блинчики будем на сковороде с двух сторон. Сковорода у нас уже разогрелась. Выливаем мы тесто. Будем пекти тоненькие блинчики. Перевернем на другую сторону наш блинчик. В
выкладываем готовый блинчик на блюдо и жарим следующий. Дожариваем последний блинчик. У нас их получается 1, 2, 3, 4, 5, это шестой. Пусть остывают блины наши. Лук маринуется. Будем нарезать ветчину. Ветчину мы нарезаем соломкой. Ветчину мы пока отлаживаем, будем нарезать блинчики. Блинчики мы нарезаем соломкой тоже. Вот такая соломка получается. Итак, все блины мы нарезаем. Теперь будем собирать наш салат. Высыпаем мы ветчину. Блинчики наши. Перемешиваем. Добавляем маринованный лук. Слегка мы его отожмем. Перемешиваем. И заправляем майонезом. Присолим. Салат наш готов. Вот такой вкусный, аппетитный и сытный салат получился у нас с блинами, ветчиной и маринованным луком. Очень рекомендую такой рецепт салата. Всем приятного аппетита!